Замерзает сейчас вся Европа. В Польше жертвами резкого похолодания стали уже более 20 человек. В основном это бездомные. Резко возросло количество аварий на Балканах. Дороги во многих районах превратились в сплошной каток. В Германии на полпути в Кёльн застрял пассажирский поезд. Из-за ледяного дождя вышла из строя линия электропередачи. 600 человек почти сутки ждали в неотапливаемых вагонах, пока устранят неполадки. Морозы не отступают и в России, и в столичном регионе. По прогнозам синоптиков, вплоть до Рождества будет холодно. Температура будет опускаться до минус 22, обещают, и снег.